Поздняя осень, ноябрь – удивительное время пушкинской поры, балов, маскарадов и торжественных выходов в свет. В Одинцовской лингвистической гимназии, известной как «Круглая школа», вот уже 7-й год подряд устраивают осенний бал для учеников 10 и 11 классов. Для нас, безусловно, это прекрасная возможность представить детям альтернативу дискотекам. Это прекрасная возможность возродить и продолжить традиции нашего народа. Традиция прекрасная, красивая. Сегодня я классный руководитель 11 класса. И мне очень сложно говорить, потому что сердце содрогается от того, что несколько лет назад они шли совсем малышами, здесь же вышагивая под вальс и под играс, а сегодня они уже готовы выйти во взрослую жизнь. К этому событию ребята готовятся заранее. Буквально за несколько репетиций они разучивают классические танцы времен 19 века и продумывают до мелочей свой гардероб. Барышни в элегантных платьях, а кавалеры в строгих костюмах. Такая танцевальная форма, как бал, дает возможность девушкам проявить свои милые и женственные качества, а юношам – мужественность и сдержанность. Танец с цветком, берлинская полька, подыграс, вальс дружбы под музыку Шуберта и Глинки. Через танец можно проявить личные симпатии к определенному человеку. И если присмотреться повнимательнее к парам, то можно увидеть, что все они подобрались не случайно и смотрятся очень гармонично друг с другом. Я считаю, что это очень полезно, потому что это развивает очень много навыков и танцевальных, и умения себя держать. Данная традиция, вот именно осенний бал, он учит нас, ну, приучает к светским мероприятиям и так далее. То есть тоже хочется сказать, то, что всегда новые лица, всегда новые знакомства, приезжают новые гости. Это очень интересно, и я рад, то, что в моей школе есть такая традиция. Каждый бал запоминается, конечно, своей красочностью, вот этим зрелищем. Поэтому для нас это большое событие в школе. Впечатления самые положительные. Очень приятно побыть в такой сказке. Нам учителя, педагоги организовали такую атмосферу волшебства, сказки, украсили зал. Все чудесно. Молодость, красота, искренность и чистота – все это присуще участникам осеннего бала, по глазам которых можно увидеть, как зарождается робкое и искреннее чувство – первая школьная любовь. Екатерина Старосветская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».